Спортсменка из Черноморска Анастасия Лысенко стала победительницей Кубка Украины по тяжелой атлетике, который проходил в Чернигове. Об этом сообщают в пресс-службе областного отделения Национального олимпийского комитета Украины. Воспитанница заслуженного тренера Украины Юрия Кучинова установила 3 национальных рекорда в рывке, толчке и по сумме упражнений. В рывке Анастасия Лысенко показала результат 120 килограммов, в толчке 150 и по сумме 270 килограммов. Правда, рекорд удалось установить с нескольких попыток. Отметим, что на Кубке Украины Анастасия Лысенко была единственным представителем Одесской области. Это не первая победа спортсменки на престижных соревнованиях. В октябре прошлого года Анастасия Лысенко завоевала 3 золотые медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходил в Польше.